Несмотря на то, что официально война в Украине так и не была объявлена, на 2015-й запланированы три волны мобилизации. Первая стартовала вчера и продлится еще 88 дней. Кому в скором времени ждать повесток? Подробности в инфографике. Мобилизация в 2015 году началась 20 января. В июне-сентябре запланирован ее дополнительный этап. Мобилизуют военнообязанных мужчин возрастом от 25 до 60 лет. Могут быть мобилизованы и женщины от 25 до 50. Общее количество мобилизованных достигнет 50 тысяч человек, но может вырасти и до 104 тысяч. Не мобилизуют мужчин, на содержании которых больше трех несовершеннолетних детей или нетрудоспособные родственники, священнослужителей, студентов и аспирантов дневных форм обучения, негодных для военной службы. На оккупированной территории Донбасса мобилизации не будет. Подготовка мобилизованных будет разбита на два этапа. Первый – общевоенная подготовка, второй – специальная подготовка.